Мы приехали на знаки зодиака, которые находятся на острове Самуи. Вот, смотрите, большой краб. Здесь все строится. Может быть, даже не строится, потому что тут все какое-то заброшенное. Посмотрите, какая прикольная штука ползет. Купили по 100 бат билеты в Magic Garden. Вот, приехали по основной дороге. Нам сказали, закрыто. Мы говорим, как закрыто, мы купили билеты. И таец местный сел на мотобайк и какими-то огородами вывез нас сюда. Говорит, вот, пожалуйста, заходите. На перец похожее. А вот это что такое у нас растет? Тоже необычное, какое-то колючее. Угу. Прикольное. Цикад такой пронзительный свист. 5 минут слышишь, и можно стать идиотом. Да, тут уже все, вон, еще не успело открыться, уже все потрескано. Вот, смотри, тоже красиво там. Да? А? Сюда вот тоже красиво там будет. Только когда это будет, по-моему, уже все в таком состоянии. О, какой цветок, смотри, красивый. Цветок какой красивый. Кактус какой-то, да. Вот. Слушай, ну, таком она, знаешь, ну, на английском завершении все в состоянии. Она это было и 2 года на завершении. Она 2 года назад была точно в таком же состоянии от этого. Ничего не могу понять. Потихонечку делают. Видишь, входную эту сейчас делают. Раньше не было вот этих скульптур там. Ну, грубо говоря, сейчас, может, денежек через наш ход как-нибудь соберут и доделают. Да, конечно, конечно. Им проще сейчас открыть и на эти деньги. Ну, там поднимать заброшенный комплекс интересный. Для вас. Да, там такие огромнейший краб. Здоровенный. Просто огромный. И там тайские яблоки такие красные. Раз, деревья кушают. И вот сами знаки зодиака. За исключением вот всех на выходе. Мононасов подарили. Мы находимся на знаках зодиака на острове Самуи.